Белокурая лама то и дело норовила перескочить через забор. Еще бы, ведь таких необычных животных в зоопарке никто никогда не видел. Так, бежим, бежим, огибаем, берем тазик в руки и бежим, отдаем. Тазик в руки! Вместо панцирей тазики, так дети изобразили черепаху, а это уже сороконожка. Подростки паровозиком прошлись на корточках. Звериные забеги для воспитанников социального приюта устроил госнаркоконтроль. Это дети из группы риска, потому что дети без родителей, которые могут в любое время могут попасть под дурное влияние. В игровой форме детям показывают альтернативу наркотикам и спиртному. Впрочем, для многих само посещение зверинца стало подарком судьбы. Юля 7 лет, а в зоопарк сегодня пришла впервые. Медведя и верблюда. Так? Красивые? Да. Или страшные? Есть участники? Верблюд был очень красивый. Мы привезли сюда девочку, которая у нас больная церебральным параличом. Для нее это действительно в первый раз. Она участвует, потому что ребенок у нас поступил буквально 2 недели назад. Она впервые приехала в зоопарк, впервые участвует в таком массовом мероприятии. И, в общем-то, от всех детей она старается не отделяться. Не отделяться старались все. В роль черепах в необычных бегах вживались с улыбками на лицах. Еще бы, ведь у этих стартов есть весомый стимул. Пробежал дистанцию, получил конфеты или диплом. То есть мы их ориентируем на правильные ценности. Любить животных, любить жизнь, любить движение. И, конечно же, никогда не употреблять такие вот средства наркотические. Впрочем, без угощения спортивного трофея не остался никто. Звериный забег с тазами на спине в ближайшее время решили повторить.